Областной госпиталь к 75-летию Победы получил в подарок легковой автомобиль. Сертификат на его приобретение вручил председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. Напомним, среди направлений работы госпиталя – медицинская реабилитация пациентов с неврологическими, онкологическими и сердечно-сосудистыми патологиями, а также тех, кто перенес операции на опорно-двигательном аппарате. Только за прошедший год тут пролечилось около 13 тысяч человек. В центре постоянного внимания медиков – ветераны Великой Отечественной войны. Новый автомобиль будет использоваться для посещения их по месту жительства. Гомельские спасатели передали подарки детям медработников. Сотрудники МЧС отправились в больницы областного центра, которые первыми начали принимать пациентов с COVID-19. Пожарные выразили огромную благодарность медработникам. «Мы знаем, что такое быть сутками на работе, редко видеться с близкими. Пусть эти подарки скрасят время ваших детей, ждущих вас дома», – отметили гомельские спасатели. Областная организация Белорусского общества Красного Креста передаст Гомельской областной туберкулезной клинической больнице передвижной рентгенаппарат. Об этом рассказала председатель региональной структуры Алла Смоляк во время участия в программе «Открытая студия» на Гомель+. Во время пандемии Красный Крест активно подключился к помощи населению и организациям. Почти 160 волонтеров на постоянной основе доставляют пожилым людям продукты и медикаменты. 14 интернатных учреждений, где живут инвалиды и престарелые, получили средства индивидуальной защиты, оказывают помощь и медучреждениям. А самых лучших сестер милосердия региона на днях наградили в Гомеле. Нагрудные знаки Минздрава вручила генсекретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко. По ее словам, гомельская региональная организация «БОК» – одна из самых сильных, всегда реализующая много инициатив. Это и помощь пожилым на дому. Также прекрасно функционирует служба сестер милосердия. Активно действует сервис для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, подчеркнула Ольга Мычко.